Так, вроде в лесу корка держит. Только зашел, и сразу вот след оленя. Но он такой не свежий, подмороженный уже немного. Вон на макушке ольхи гнездо какое-то, скорее всего, воронье. Вот и лёжки есть старые. Ну, как старые, не очень давно они лежали. Вот теперь. Может быть, дня 2-3 назад. Двойной след, сдвоенный. Куница бегала. Заяц тут натоптал сегодня, скорее всего. Вот опять свежий след зайца. Он еле заметный. Вот след совсем свежий. Куница, что ли, шла? Лисьих следов очень много в лесу. Какой след интересный, маленький такой совсем. Как будто как маленький заяц бежал. Вот это место я помню. Я здесь летом снимал оленя. Вон оттуда он вышел. Я его заснял. Похоже, лиса здесь что-то ковырялась. Скорее всего, мышь искала. Куница недавно пробегала. Дятел здесь поработал. Оленья тропка здесь вот имеется на выходе из ольхового леса. Пересек его полностью. Следы здесь есть оленей, но они все такие, свежих нету. Может быть, трехдневной давности так вот где-то есть. Вот целая тропинка, переход из одного леса в другой. Смотрю, сюда кабаны постоянно выходят поковыряться. Все изрыли. И выходили-то они совсем недавно. Может быть, день-два назад, так вот примерно. Значит, земля под снегом не очень замерзшая. Вон они довольно резво поднимает. Вот и первый свежий след оленей. Парочка прошла. Возможно, меня испугалась, услышала издалека и пошла. Еще один свежий след. Подняла здесь какую-то группу небольшую. Понятно, что они здесь крутятся. Им сюда в феврале тюк сена привезли. Что-то сено, правда, какое-то непонятное. На соку больше похоже. Видать, где-то здесь рядом с болотом косили и оставили тюк сена. Ну да, это осака с болота.
Там вон на тюке сверху еще лежит немного соли. Вот они здесь и крутились. Я их спугнул, видать. Ушли они подальше, что на лес. Интересно, корка уже даже оленя выдерживает. Вот олени следы, они не проваливаются. Ходят по корке. Здесь вот и олени, и кабаны были. Вон на кабаньих раскопках олень и лёжка свежая. И запах здесь прям такой. Ну, чувствуется, что совсем недавно ушли передо мной. Вот. Вот здесь бугорок такой, без снега. И он тут не один похож. Когда-то давным-давно здесь делали газовую трассу. Я сейчас прямо вот на ней нахожусь, на краю. Она вот так вот влево туда, в ту сторону идет. Я летом сюда как-то забирался разок в дебри. Тут все ивой заросло. И такое высокое, но в основном такая невысокая. И там между этой... Она непролазная. И там между этой ивой такие лабиринты у кабанов были. Это капец. У них там целые эти... Как в древнем лесу такие лабиринты. Они здесь живут. И вот я смотрю, почему-то вот этот бугор уже без снега. Возможно, он протаивает. Может быть... Тепло там идет как-то изнутри, не знаю. А может быть, сам по себе уже оттаял. Но здесь еще очень много топинамбура росло летом. А кабаны очень любят раскапывать корни топинамбура, доставать. Вот они здесь живут. Что понарыли кругом здесь. Что металлом занимаетесь? Можете приезжать, выкапывать. Капец, она толстенная. Она сантиметр толщиной, эта труба. И вот видно, как газовые трубы идут вкопанные. И вот ровно по ним кабаны разрывают себе эти участки. Видать, все-таки какое-то тепло от них есть, и земля мягкая в этих местах. Других причин как бы особо нету, чтобы они именно по этим буграм рыли. Видать, просто земля мягкая, и роют они здесь. Целые тропинки у них здесь натоптаны. Прям свежие. Но они все ведут туда, в этот, в мелкий ивняк. Они там днем прячутся, а ночью выходят, ковыряться тут в округе. Очередная полоса разрытая. Заячья тропинка. Следы совсем свежие, постоянно тут ходят. Ну да, протаивает труба сама по себе. Вот здесь вот не нарыто кабанами, а труба протаяла. Опять нашел место, где дятел шишки долбит. Пасека в лесу. Я сюда летом заезжал, здесь ульев 5 оставалось, таких еле живых. Но я смотрю, их все равно в амшанник убрали. Вот здесь вот амшанник под этим зданием. Птицы себе гнездо где сделали. Ващенка. Мыши пергу сожрали. Воск-то они не едят, а вот пергу выгрызают. Бобры даже сюда добрались. Тут и озера никакого нету. Там вон внизу в канавах болото есть небольшое. И дачи в нем и живут. Но вот ходили в оттепель недавно. Лазили, смотрю, здесь вон у них целая делянка, осины навалили. А вон какая тропка в низинку идет. Влазил недавно, грыз тут все подряд. Вот здесь вот он живет. Воды-то, можно сказать, нету.
Но по весне есть. Натоптано здесь, конечно, знатно. Каждый день, видать, вылазит. Вот у него одна нора. А вот еще один выход. И вот в эту сторону, смотрю, тоже ходит. Он вяз хотел завалить. Зачем ему вяз-то? Бобр, можно сказать, живет в лесу без воды. По весне здесь вот лужа собирается небольшая и пересыхает потом. Вот сходил. След какой здоровый. Может быть, с недельку назад. Их тут двое было. Не так уж давно ходили. Я здесь вот по осени проходился по этому лесу, тоже след лося видел. И сейчас вот, значит, ходят они здесь рядышком где-нибудь живут. Олень к сосне подошел, что-то здесь поковырялся и пошел дальше. Красивая поляна. Сейчас где-нибудь здесь местечко себе найду. Отдохну. Сальца с картошкой поем. А потом в обратный путь пойду домой. Я уж подумал, человек сначала. Подошел лось опять. Но они тут все кругами исходили. Где-то здесь они рядышком обитают. Высохшая сосна, маленькая, можно использовать для костра. Только место найти бы еще где сесть. Замерзла. Сегодня, кстати, когда с утра выходил, в 5 часов утра вышел из дома. Проснулся в 5, вышел где-то минут 10-6 примерно. Минус 8 было. И ветер такой северный, северо-западный, холодный, в общем, был. Он и сейчас есть довольно сильный. Чертов ветер. Картошка и сало. Сейчас картошку сварю, с салом поем. Картошку разрежем, чтобы быстрее сварилась. Почти закипел. Тут рядом с местом моей стоянки лось ходил.
картошка сварилась. Ай, спасибо. Надо только костер сразу будет потушить, а то этот дым он замотал уже. Во все стороны тут ветром его. Вот так вот. Можно идти дальше. Только что вот олени только что вот здесь вот где-то пищали. Недалеко. Это лось здесь наложил. Вон такие крупные. Точно лось. Что-то не пойму, что за дичь такую тропинку натоптал. Смотрите, что я нашел посреди леса. И оставлены. Даже рамки есть. И ващинкой. Кто-то сюда вывозил пчел летом, видимо, и не убрал до конца. Может, оставил, может, в этот год тоже привезет. Тут для пчел место такое себе. Вот в этом лесу самом из ольхи, которой в нем ни хрена нету вообще, одна крапива да сакая. Тучки собираются. По прогнозу впереди опять снег, метель, пасмурные дни. А вот морозотные бобры, все ивы вдоль мокши повалили. Здесь вот эта свинья живет. Вылазил недавно совсем. Может быть, даже сегодня подмело уже. Грызет он постоянно. Собака тупая. Каждую его подточил на берегу. Не свалил, а просто обточил вокруг и оставляет. Ну вот, к примеру, вот эта ива, она даже не этого года. Этим летом он ее не трогал. В то лето он ее обточил год назад, так и оставил, но она уже засохла.
Что-то мне прям кажется, что от самолета синяя полоска остается. Обычно белая остается. А это как будто синяя. Может быть, на солнце так кажется. Вернулся я домой. 10 часов был в пути. В 5 утра вышел. В 3 часа пришел. Почти 3 часа сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok.